отверстие. Надо себе так, чтобы пару чтобы не было. Мне надо подтушиться, реально. А, нет. Нет, я до сих пор помню. Вопрос о том, что ты делаешь в свой день рождения. Пошумим, Питер! Кто это пришел? Да, спасибо. Пусть твоя красота распускается, как этот прекрасный цветок. Веселый цветочник прибежал поздравить нашу Лилю. Креатив с возрастом уходит, но желание остается. Я придумала креативное поздравление к этим. Короче. Светик, я знаю, Светик молодец. Чтобы у тебя были такие же наполеоновские планы, как этот кусок Наполеона, чтобы жизнь... Лилуша. Ты готова загадать желание? Да. У тебя есть оно? Оно первое сегодня, задувательское желание? Да. Надеюсь, ты еще сегодня загадаешь желание? Так, аккуратно, дети. Так. 9. 29. Мама, тебе сколько будет лет? Нет, столько не живут. Ой, много. Много уже, да. Уже все. Еще молодая. Много раз за 29? Мало, это еще 20. Happy birthday to you. Ладно, будем петь за столом. Пойдем. Ладно, пошли. Мы пришли, куда мы, девочки, аккуратно пришли? Аккуратно не уходите. Стойте. Мы пришли потусоваться с молодежью в клуб А2. Ну, это большая концертная площадка достаточно. Как Галя охарактеризовала. И мы пришли на концерт Егора Крида. Так что будем гудеть. Мы будем гудеть. Если вы готовы, дайте больше шума! Я видела, А ты что, не знаешь, что они не задуваются? Дула. Да, я дула, потом я уже так хорошо дула. Сбылось уже? Сбылось? Нет, что-нибудь. Нет. Я слишком... Я уже не загадываю желания, я не верю в желание, и не верю ни во что. Надо загадывать на Новый год. Нет, надо целенаправленно, даже на любых мелочах, целенаправленно думать о них постоянно позитивно, что вот это придет, это произойдет, и тогда это действительно случается. У меня все желания сбываются. Да? Обычно поджог, шампанское, и его съедают, ну, до конца. Да, я знаю. Я забываю, что я загадываю. Всем привет! Я нахожусь во Вьетнаме. Вопрос о том, что ты делаешь в свой день рождения, вот показываю. У нас тут случилась небольшая авария. Сегодня ночью был очень сильный ливень, очень сильная гроза. Мы подрывались каждые, не знаю, 5 минут, наверное, мне казалось, что у нас сейчас рухнет дом. Вот мы приехали к ребятам на станцию. Это вот номер очень красивый, с таким видом прямо на берегу океана. Мы хотели его даже вот снять,
с 12 по 14 число, но у этого номера немножко обвалилась стена. Вот. Так что теперь тут такая вот река. И вот вода стала медного цвета. Вот, местные жители говорят, что такого не было уже около 20 лет. Что таких дождей в это время обычно, в это время уже сухо, солнечно, и все катаются. Вот, но сейчас обстановка немножко другая. Очень мокро, дождь льет, не прекращаясь. Я вот 5 минут нашла, чтобы успеть все снять. Вот так. А представляете, люди, которые приехали на неделю по турпакету? Печаль. Вот так. Вот все эти дорожки еще буквально позавчера были идеально выложены. По ним можно было ходить. Вот. Сейчас это выглядит так. Ой, мамочки. Сурфовая станция. Вот такой же домик, только уцелевший. Очень вкусные пирожки. А вы где взяли? Сейчас я. Блин, отстой. Я взяла. Вообще, Настюля не берет трубку, потому что она сейчас далеко-далеко. На другом краю света. Она не берет трубочку. Ну, я обязательно еще позвоню. Он свежий. Спасибо, Настюля. У тебя что, день рождения? Да, спасибо, тоже спасибо. Мы... Настюш, будь счастлива, будь любима, путешествуй, наслаждайся жизнью, глотай жизнь огромными глотками, наслаждайся каждой ее секундой и находи неисчерпаемое счастье во всем вокруг. Ура! 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 Мы пьем за тебя, Розе! Дзинь, мы чокаемся с тобой, Настя, чокаемся. Настен. С днем рождения, Настен! С днем рождения! Мы задуваем свечи за тебя! Да. Загадай желание, подождите! Загадай Розе, желание! Загадай желание! Нет, загадай желание! И мы тебе дарим браслет дружбы! Браслет дружбы! Как у нас! Давай! Раз, два, три! Бля! Подождите, сейчас кровать загорится. Лилуша, мы очень счастливы, что ты вот в один прекрасный день взяла и родилась. А потом в другой прекрасный день мы ехали с тобой в метро, и ты меня поразила тем, что клала парню плечо на голову. Это мы с ней только познакомились, она сидела напротив, и парню незнакомому клала голову на плечо. Я подумала, странная девочка, она вышла там на одной станции, а мне еще надо было ехать три. Потом я как-то неудобняк, казалось, что я с ней хорошо знакома, а я с ней первый день начала общаться. И мне надо было как-то с этим парнем потом идти еще из метро и что-то с ним говорить. И вот после этого мы с ней стали общаться. Ну не суть. Я хочу, чтобы ты была чаще вот той непосредственной Лилей, которую мы знаем. Которая вписывала нас в разные веселые истории, чтобы ты не теряла этот огонь по жизни. Она не теряет, мне кажется. Хорошо, твой же самый. Кто? А вот Лиля не теряет. Приехала подружка наша, с которой мы раньше танцевали в школе танцев. Она работала сначала с Чай вдвоем, потом с Зарой, а сейчас работает с Егором Кридом. И она, у них сейчас гастрольный тур, и она пишет, типа, приходите в пятером, я вам сделаю проход, типа, ну, у нас концерт в соли. И мы заехали к Машуле. Отпустила маму. Я не отпускаю.
Лилуша. Желание, дайте по поводу. Благодарю, желание, по хорошо, поводу. Хорошо подумай. Лилуша думает, загадывает желание. Посылает сигнал в космос. Да, Диан, мама, сейчас с космосом связывается. Что, она навсегда в космос? Давай. Давай. Давай уже. Давай. Ура! Эталоны женской красоты. Вице-миссис Санкт-Петербург 2010 года. Миссис Санкт-Петербург 2011 года. И еще, еще много миссис. Будущее. Дальше идем там такого 18-го. Главное думать. 30. Еда – это то, что мы есть. Еда – это то. Картошка хорошая. Запей, пожалуйста. Волшебно. Ведьма. Почему испанки такие плохенькие? Потому что считалось, если меньше 50 килограмм, то это, ну, что, ну, это ненормально. Это ведьма. А если она еще родила и весит столько, так вообще весит, что их болит. Ведьма разжигает. Что ты там от них до диеты, сколько уже весишь шоколада? Полтора. Скажи-ка еще раз, что ты делаешь? Сушусь. Уверена? Это ее Мария Ивановна. Да, еще кусочек. Мария Ивановна. Это она Павла вообще. Я видела вчера сторис с твоим мужем. Ты можешь овощи на пару. Надо себе так вот. Овощи на пару, чтобы не было. Мне надо подтушиться, реально. Я вижу, да. Сейчас ложка. Да, 2 года назад у Лилуши был такой торт большой в Париже. Девчонки мне принесли с утра номер. A happy day to remember the year that's past. I'll take this time to sincerely convey a blessing that sends of day. Special person to me. We think that you're so fine. И вот цветулек. Вкусно для нас. Нам тут цвет угостить. Чтобы мы в следующем году как минимум были в Париже, Лилуш. Да, очень хочется. Да? Ты загадала такое желание? Очень хочется. Чтобы все мои девочки в следующем году, чтоб я их всех отвезла куда-нибудь на море. Привет. Ну что, мы сбежали из дождливого Вьетнама в Таиланд. И я вот хотела показать вам, как мы живем. Я сейчас нахожусь на нашей лужайке. Здесь такое вот красивое место. Как ни странно, но здесь можно жить очень даже недорого. А здесь вот таких вот 5 номеров, которые можно снимать всего лишь где-то около 17-16 тысяч за месяц. Все очень уютно, чистенько, аккуратненько. Вот здесь есть такая вот кухня.
если хочешь покушать, можно приготовить. Такие друзья у нас тут спят. И вот такой вот вид. Вот так. Кстати, идея для банды. Здесь 5 номеров. Бассейн. Огромная лужайка. Так что все поместятся. Я предлагаю подумать о том, чтобы приехать сюда всем вместе. Здесь очень круто. Море рядом.